ЛАЗ Турист 699, фестивальный 84 года. Именно этот автобус возил на 12-м международном фестивале молодежи и студентов гостей столицы. Чем уникален? Сейчас покажу. Я такое, честно говоря, не видел, но вы увидите. Ступенька выдвигается механически. Плюс на этом автобусе колпаки, арбузы. В салоне все родное, просто все. Ранние белые плафоны, это обдув плафон. Все сиденья родные, все работают, механизмы работают. Здесь старое сиденье, видите, ручник механический. Еще из интересного, ну тут, сами понимаете, даже занавески, кстати, 80-го года. Задний ряд вот этот вот откидывается, и есть дверь. Ну, этим не удивишь, а вот передней водительской дверью удивить вас можно запросто. Так она еще и со стеклоподъемником, чтобы вы понимали. Но он копеечный стеклоподъемник, потом форчик стал просто сдвигается в бок. Еще из интересного. Спереди у него прямоугольные москвичевские фары, желтые противотуманки и фальш-радиаторная решетка. Потому что, сами понимаете, радиатор сзади. Алюминиевая терка и старый лазовский значок. Старый, дореформенный. Вот такой вот красавец. Сейчас мы на нем поедем. Вот опять же водительская дверь. Как я говорил, потом она ушла в туман. Вот из таких интересных вещей. То есть это реальный фестивальный ЛАЗ. Послушайте, как он работает. Он восстановлен полностью. Опять же, обзор будет у меня на канале где-то через недельку. Вот видите. Ну и, конечно же, обдув. Это все печка задувает и по коробам, вдоль салона горячий воздух идет.